Барнаульские пассажироперевозчики вновь заговорили о возможном повышении стоимости проезда в общественном транспорте. С этим предложением они в очередной раз обратились к городским и краевым властям, предлагая поднять цену минимум на 2 рубля. Напомним, сейчас за проезд в автобусе пассажиры платят 20 рублей, по карте 19. По словам транспортников, даже этого недостаточно, чтобы покрыть реальные затраты, обновить транспорт и увеличить заработную плату сотрудникам предприятий. Чтобы выйти из кризиса, по словам перевозчиков, стоимость проезда должна быть не менее 37 рублей. Как нам стало известно из неофициальных источников, сегодня этот вопрос обсуждали в администрации региона. Давать какие-либо комментарии до совещания приглашенные на встречу предприниматели отказались. Наши корреспонденты позже попытаются выяснить, какое решение было принято.